крайне тяжелом состоянии сейчас находится 33-летний водитель такси из Иркутска. Мужчину экстренно госпитализировали из-за ножевого ранения, которое ему нанес пассажир. Все началось с того, что водитель службы такси получил заявку от двух молодых людей. Они направлялись в СНТ «Защитник» Иркутского района. Приехав на место, один из пассажиров отказался оплачивать проезд. Он несколько раз ударил таксиста ножом, а после похитил его автомобиль. Второй молодой человек не последовал примеру знакомого и остался на месте происшествия. Он вызвал пострадавшему скорую. Водителя экстренно увезли в больницу. А для задержания злоумышленника в Иркутске был введен план «Перехват». Через несколько часов подозреваемого задержали. Им оказался дважды судимый 19-летний иркутянин. Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета. По факту нападения на таксиста возбуждено уголовное дело.